Павел. Не подбрось. Ты один? Один. Садись. Прислать что ли кого-нибудь? Пришли Алексея с тросом. Куда едешь? В командировку. Колхоз, что ли? Ага. Помочь мужичкам надо. А куда? Деревня Листвянка. Тебя как звать-то? Меня-то Павел Егорыч. Тезки мы с тобой. Я по батьке тоже Егорыч. А фамилия моя Прохоров. Очень приятно. А я Колокольников. Тоже приятно. Что там? Завал. Сейчас рвать буду. Слышь, Егорыч. А поехали ко мне, а? То есть как? А так. Я в Листвянке знаю председателя. Ну и договорюсь с ним насчет тебя. Я тоже председатель. Да? Угу. Листвянка-то вообще говорят, дыра дырой. Поехали, Регланд. Так у меня в командировке точно написано. Да какая тебе разница? Я тебе дам документ, что ты отработал у меня. Все честь по чести. А с тем председателем мы договоримся. За ним там должок имеется. Да что, так не делаешь, что ли, Егор? Ты чего отстал? Да вот тут товарищ, значит, это. Добро! Ну так как, Егорыч? Я же не один. А кто же еще? А вон старший наш. А может, он с нами поедет? Не. А ты поговори с ним. Пусть он поедет в Листвянку, а ты ко мне. А я соскучился без хороших шоферов. Я же не просто так. Я заработать дам. А? Не знаю. Надо поговорить. Поговори. У меня шофера никогда не обижались. А мне лес нужно возить, а своих машин не хватает. Хоть Лазаря пой. А? Ладно. Давай сюда!
чаю мы одна. Жена должна чувствовать. Этим вопросом занимались очень многие мыслители. Так уж и мыслители. А что, не так? Правильно, правильно, Егорыч. Что это за жена, понимаешь, которая не чувствует? О, болтуны. Нет, разберемся. Если я прихожу с работы, так, усталый, грязный, то все, меня первым делом должна встречать энергичная жена. Я ей, например. Привет, Маруся. Она мне весела. Здравствуй, Павлик. Ты устал? Угу. Она сама намотается за целый день. Да откуда уж у нее веселье-то возьмет? Все равно. Ишь ты какой. Так ведь если она грустная и кислая, так, я ей говорю, перимедон, и меня потянет к другим. Ну, а если ее потянет к другим? Как это? А вот так. Так ведь мы никогда не бываем грустными. Ну, как здесь население? Ничего? Ничего. А ты, например, чего такой кислый? Ты кто такой, чтобы допрос устраивать? А я ваш новый прокурор. Порядки приехал наводить. Чего не танцуешь? Друг, что за девчина? Да отвяжусь ты. Ты не понимаешь, я Сережке ее дала почитать, а он еще отдал кому-то. Ты не забудь об этом. Предлагаю натур Фокса. Откуда ты такой? Из Москвы. Там у вас все такие? Какие? Такие воображалы. Ваша серость меня немножко удивляет. Ой-ой-ой. Но вы мне нравитесь. Да? Я такой идеал давно искал. Быстрый ты. Я на полном серьезе. Ну и что? Я вас провожаю сегодня до хаты. Если у вас нет, конечно, какого-нибудь хахля. Ну так как, договорились? Я вас провожаю сегодня до хаты. Спасибо, но в этом я не нуждаюсь. Поговорим как джентльмены. Чего, братцы, носы повесили? Слушай, тебе не кажется, что ты здесь развел слишком бурную деятельность? Нет, не кажется. А нам кажется. Креститься надо, если кажется. Да. Пойдем, выйдем. Сколько раз можно говорить, чтобы курить в коридоре? А ну-ка, давай. Давай, давай. Ну так пойдем, выйдем. Не могу. Почему? Так ведь накостыляете сейчас ни за что. Догадливый. Зря вы, братцы, надулись. Что я вам плохого сделал? А, так он в Настю влюбился. Ну да. Ребята, а кто она такая? Книжки читать любишь? А, библиотекарь. А вот это ее хахаль, да? Опоздал, друг. Ну, я таких интеллигентов одной левой делаю. Я очень извиняюсь, братцы. В чем дело? Да ладно, пойдем. Пойдем, Хэтс. Thank you.
дела, Егорыч? Работаем? Вообще, как правило, я по воскресеньям не работаю. Надо, Егорыч, надо, дорогой. Ребятишкам школа нужна. Иду. Да, вот еще что. Останься еще на пару дней, а? Посмотрим. Не надо, Егорыч. Иду. Подумай, Егорыч. Я почему-то надеюсь. Ладно? Ну вот. Егорыч! Ай, Егорыч! Только я сегодня до половины шестого. Чего? Да потому что библиотека работает до полшестого. Передайте привет вашей бабушке. А вы дедушке. Ой. Ты как в Африке? Где? В Африке. Амазонка. Ну какая же амазонка? Амазонка в Америке. Значит, не подходит. Не подходит. Далеко. 3, 6. Здравствуйте. Здравствуй. Почитать что-нибудь? Да надо, знаете, надо. Здравствуйте, товарищ. Здравствуйте. Как фамилия-то? Колокольников Павел Егорыч. Год рождения 1937. Водитель-механик 2-го К-класса. Холост. Что почитать? Капитал Карла Маркса. Я там одну главу не дочитал. Ну-ка, иди сюда. Хватит трепаться. А что, товарищ строгих правил, да? Не за борт ее бросает в набежавшую на волну. Где у нас энциклопедия? Наверху. Кроссвордиками занимаемся, да? Угу. Века в Африке. Лимпампо. Точно. Лимпампо, оказывается. Да? Угу. Ген. Между прочим, товарищ тоже из Москвы. Спасибо. Давно из Москвы? Павел Егорыч, Колокольников. Гена, очень рад. Ну как Москва-то? Москва-то? Шумит Москва, шумит. Можно вас на минуточку? Вот имею слабость. Люблю смешные журналы. Особенно про алкоголиков. Носяра в баннере сает. Ну как Москва-то? Москва-то? Слушай, я там не был сроду. Она меня с кем-то спутала. Вы же мне вчера сами об этом говорили. Что говорил? Что? Что вы из Москвы. Что-то не помню. Ба! Красавец. Странно. Значит, не приснилось? Мэм, бывает. Помните, вы мне еще говорили, что идеал не можете найти? Сыграем в шашки. Может, шахматы? В шахматы скучно. Читала? А в шашечке раз, два и перемидон. Какой? Правый. Паша не пляшет, первый играет Паша. Так, зафуг берем? Как это? Это когда игрок прозевает бит, то беру штрафную шашку. Можно брать, берем. Сделаем так. А, здесь курить, конечно, нельзя. Нет, конечно. Понятно. Не забудь. Что ж ты делаешь-то? Подожди. Убираем этих двух за горизонт. Ты же неверно ходишь, Ген. Так. Подожди. Чего ж ты волнуешься-то? Ну вот, хотел этой пойти, теперь не пойду. Ну и проиграешь сейчас. Ну и проиграю. Нет, почему? Тут еще полно шансов меня сфотографировать.
Вот проиграл. Слушай, занимайся своим делом. А еще инженер. Ну при чем здесь инженер-то? Пойдем покурим. Пойдем. Держи. Спасибо, не курю. Что за натура? Во все надо вмешаться. Да ничего, пройдет. Давно здесь? Что? Давно здесь живешь? Живут. Да второй месяц. Жениться собираешься, да? А что? Правильно. Хорошая девушка. Она любит тебя? По-моему, да. Ты что, действительно такие книжки читаешь? Да нет, конечно. О! Они уже сюда приехали. Пойдем, пойдем посмотрим. А что? Пойдем, пойдем. Ты костюмы показывай. Дом моделей? На. Хорошие девушки? Что это? Ножки тоненькие. Сходим вечерком, посмотрим. На музыку играет. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы начинаем показ модели одежды осенне-зимнего сезона. Обратите внимание на удобство, простоту и красоту наших моделей. Мы показываем вам одежду не только выходную, но и рабочую. Машенька, пожалуйста. Это Маша Птичница. Ее маленькие пушистые друзья сразу узнают ее в этом простом, красивом платьице. И едва завидев ее, толпой бегут к ней навстречу. Маша не только птичница. Она учится заочно в сельскохозяйственном техникуме. На переднике с левой стороны предусмотрен карман, куда Маша кладет книжку. Читать ее Маша может тогда, когда кормит своих маленьких пушистых друзей. Им это не мешает. Ну как? Если ты будешь распускать руки, я позорю тебя на весь клуб. Спасибо, Машенька. Костюм для полевых работ. Это Наташа. Наташа ударник коммунистического труда, член полеводческой бригады. Я говорю условно, товарищи, вы меня, конечно, понимаете. Наташа передовая не только в труде, но и в быту. Здесь традиционная фуфайка заменена удобной современной курткой. Подул холодный осенний ветер. Наташа, подул ветер. Подул холодный осенний ветер. У куртки имеется глухой воротник. Спасибо, Наташа. Дорогие товарищи, одежда человека нашего времени, чуть побыстрее, Наташенька, должна быть красивой и удобной, должна соответствовать занятиям человека и его труду. Приятно видеть молодого человека одетым красиво, но не крикливо, как это делают некоторые наши молодые люди. Я уже вторые сутки страдаю, так? А вы мне ни Бенни, мы ни кукареку. Гена, дай я пересяду на твое место. Загораживает, да? Эй, товарищ, убери свою голову. Вот, посмотрите. Нарядное вечернее платье, простых линий, дополнено шарфом на белой подкладке. Как видите, красиво, просто и ничего лишнего.
каждой девушке приятно будет пойти в таком платье в театр, на банкет, на танцы. В этом сезоне очень модно сочетание цветов черного с белым. Спасибо. Ген, сядь на мое место. В добавлении к нашей программе мы вам покажем ансамбль для пляжа. Ниночка, пожалуйста. Из трех деталей. Платье-халат спереди на кнопках. Потише. Просто и легко снимается. Очень удобно, не правда ли? Ансамбль недорогой. Изготовляется из пестрого ситца и отделывается ярким кантом. А теперь посмотрите. Простое домашнее платье для молодой девушки. Катюш, прошу. Там молоко и хлеб на столе. Я не хочу. Погулял? Ага. А что такое грустный? Да так. Ах, паразит. Ворюга. Вот интересно, сейчас женщин воруют или нет? А? Черт его знает. То есть как воруют? Ну как раньше? Раньше-то воровали. Ну зачем их воровать? Они и так, по-моему, рады. Без воровства. Генка, это ведь так все смешно. А мне не смешно. Мне больно, за тебя больно. Неужели ты серьезно думаешь? Думаю, тогда... потому что вижу. Если ты можешь с первым встречным... Перестань. А почему перестань? Если ты можешь с первым встречным... Перестань. Не забудут, ее бросают. Кто идет? Свои! Кто свои? Колокольников! Командировочный, что ли? Ну? Ехать, что ли? Ехать, батя. Закурить. И вечер. Дождь. Одначе будет. Ко сну клонит дождь. А ты спи. Да нельзя. Я тут давеча было заснул. Так, знаешь... Ладно, батя, тороплюсь я. Ну, давай, давай. Молодость. Ее светлые любовные порывы. Мне казалось, говорит Лиза, что трагедия последнего. Отгадай мне загадку. Оделся не так, умылся не так, поехал не так, заехал в ухаб и не вылезет никак. Ну, кто будет? Пьяный, что ли? Покойник. Была партия домоханской старицы.
Ну что, Гена? Кто это? Напугалась? Здравствуйте, Павел Егорович. Ну зачем же так, Настя? Ничего не понимаю. Неужели это все серьезно? Поймешь. Любишь Настю? Что тебе вообще надо? Любишь. Где она в машине сидит? Где сидит? В машине на улице. А ко мне зря приревновал. Мне с хорошими бабами не везет. Одного я только не понимаю. Чем я хуже этого инженера? По-французски говорите? По-французски? Не говорю. Жалко, поболтали бы. А вы говорите по-французски. А как же? Mein Zeraging! Ну и что это значит? То есть говорю. А по-моему, это название данной деревни. Манжерок. Да? Да. Вы думаете, что вы гэнг-гэнг говорите? А? А почему? Как вы думаете? Скучно у нас. А кто виноват, как вы думаете? Где? Что скучно? Кто виноват? Начальство, конечно. Ах, начальство.
Вот так мы все и рассуждаем. А между прочим, сами не умеем сделать свою жизнь по-настоящему красивой. А жизнь может быть красивой. Очень. Кинь, как это? Ну, начиная с мелочей. Вот я только что была в доме одной молодой колхозницы. Господи, чего там только нет. Подушечки, думочки, слоники какие-то дурацкие. Для чего вы думаете? Для счастья. Вот вы молодой парень. Неужели вы этого не понимаете? Нет, если, допустим, хорошо вышито, то почему? Бывает, вышивать не умеют. Да это... поймите вы, поймите. Это же пошлость. Элементарная пошлость. Непонятно. Неужели трудно вместо всего этого повесить 2-3 современные репродукции? Тахту поставить вместо этой купеческой кровати? Купить торшер? Между прочим, очень многое зависит от освещения. На стол поставить современную красивую вазу. Неужели все это трудно? А ведь денег на такую обстановку пойдет нисколько не больше. Я в этом уверена. Ведь можно же все это? Можно. О, мон дью. О, ля-ля. Essaye de me détruire. Je meurs d'ennui. Mort sous le faso, hein? Pourquoi mort sous le faso? Ah, tu te sers? Oui, Lala. Est-ce que vous m'en voulez? Долго нам еще ехать? Верст 20 с гаком. Да гак 10. Сколько будет? А если побыстрее? Ты ее бросаешь на бежавшую волну. Вы выходи. На-ка, сбегай за водой, а я пока мотор посмотрю. Ой, побежала. Не туда. Вон там удобнее брать. Вот так. Муж-то знает, что вы едете? Знает. Что ж он в город-то не поехал встречать? Очевидно, был занят. И за борт ее бросает в набежавшую волну. Уже ждет. Волнуется, а как же? Олег! Ну, Олег! Олег! Ой, я нарядился, Олег. Здравствуйте.
Здрасте, здрасте. А почему не на автобусе? А я на попутный. Вижу. А. Вещи где? Там. Ага. Сколько я вам должна? Нисколько. Иди к мужу-то. Поцелуйтесь хоть. Нет, серьезно, сколько? Да нисколько. Кошмар с этими культурными. Другая бы давно уж поняла. Ну, спасибо. На-ка, держи. Осторожней. А где желтый чемодан? Какой желтый чемодан? Ну, с которым в Чехословакию ездили. А чего ты злишься? Потому что нельзя так, понимаешь? Как нельзя? Я писал тебе, чтобы ты не садилась одна шофернёй. Я писал. Ну? Господи, он же хороший парень. Все мы хорошие. У него что, на лбу написано, что он хороший? Между прочим, это тот самый народ, о котором мы так много говорим. Между прочим, это тот самый народ, который сделает с тобой что хочет и глазом не моргнет. Вот так. Отойди. Ну-ка, плати за то, что я вез твою жену. Ты что, не заплатила ему? Побыстрее, мне некогда! Ну, зачем же кричать? Сколько? 2 рубля. Между прочим, здесь берут по 50 копеек. 2 рубля! Олег, заплати ему, пожалуйста, 2 рубля. 2 рубля. Вот так. Женщинам помог, чем торчать здесь столбиком-то. Чем маешься руки в брюки? Не твое дело. Коммунизм такого не берем. Верно, бабоньки? Я первый голосую против. Да ну ладно, хватит. Что надо-то? Ты чайка в 7 будешь дома? А что? Ну так, будешь? Ну, буду. Давай, 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 проезжай. Даю, даю, товарищ начальник. Ты говоришь, зря обижаешься. А ты, видать, николи не крестьянствовал, раз так рассуждаешь. Да я до 35 годов крестьянствовал, если хочешь знать. А эти опора сейчас не дом. И сыны к тебе не приедут, не жди. Времени то. А кто же сейчас опора? Телевизоры ихние, фентилюшки разные, так? Здорово, старички. Здорово. Попозже не мог. Все в порядке, дядя Кондрат. Шалопутничать начинаешь, Павел? Смотри у меня. Я тебя на сколько отпускал? Зашвыркал. А ты вот посиди с нами. Мы тут про жизнь толкуем. Про вас, кобелей. Некогда, братцы, в гости иду. Далеко ли? К Лизуновым. Это кто такие? Та знакомая одна. Расплодил ты этих знакомых, Павел? Переломают ноги когда-нибудь. Женчо. Чего делал-то? Лес вывозили. Ты недолго. Завтра рано вставать. В совхоз едем. Ладно. Вот эти ребята. Глаз да глаз. Не скобелились все. А вот был бы он при хозяйстве-то, небось, не побежал бы сейчас к Катьке разведенке. Свобода личности, бать, чё ты? Не сбаловала вас
советская власть избаловала, я бы тебе показал личность. Встал бы ты у меня в 5 утра, да поработал, сукин сын, допоздна, пока солнце не сядет. Вот тогда не до Катьки было бы. Время не то. Время. Пришла. Здравствуй. Здорово, кума. Ну, народу в магазине. Полнёхних. Много. Ой, как у вас там с продуктами-то? Да ничего. Ничего? Ничего. Ишь ты. Ох, ну давай, Бог. Ой, ну, народу. Машушка. Чего? Машушка. Однако же, у нас где-то там было... О, закряхтел. Ладно. Я кума. Давай. Ну ты гляди, весь дом перевернул, а на во затмение вышло. Маху дал. Да, у тебя все время затмение, все от этой во. Ой, какой хороший мальчик. Как тебя зовут, мальчик? Как зовут? А глазки мамины. А как маму зовут? Как маму зовут? Мария. Да, до свидания, мальчик. Расти большой. Ну что? Да вот заехал попроведать. В командировку, что ли? Угу. Она долго? Да нет. Ну садись. Ну как живешь-то? Ничего. Какая моя жизнь? Кукую. С мужем-то не сошлись? Не сошлась. Че он делает-то? Пьет, что ему еще делать? Да. Пойдем на танцы вечерком. Ой, да чего же легко вам, ребятам? 30 лет они все еще по танцулькам бегают. Аж завидки берут. А тебе кто не велит? Да куда я попрусь? Ты что, совесть у меня есть или нет? Серость, Катерина. Серость или нет? А мои танцы кончились, Паша. Ну, тогда я в гости попозже заеду. А зачем? В гости. Ты как же ты придешь? Что, я одна, что ли? А чего не тебе? Ты сама по себе. Чего это на отец сидите? Как учишься, Галка? На 5. Да. А я в свое время на 6 учился. Да ты уж. Орехов-то не привез. Забыл, Галка. В следующий раз привезу точно. Когда в следующий раз ты приедешь? Иди, иди. Ну, так мы договорились, да? Насчет чего? Попозже ты выйдешь. А для чего? Да ну, Катя. А я откуда знаю? Тоскливо же одной-то. Тоскливо. Ну, ты сильно-то не унывай. Чего ж ты так? Взяла бы, да снова замуж вышла, раз такое дело. Бери, пойду. Ну, вот сегодня и это. И потолкуем обо всем. Перестань ты, Ботова. Ты зачем пришел? Некультурный ты, Катерина. Просто удивляюсь. Ах, батюшки, давно ли культурным-то таким стал? Что это, например, такое? Для чего, спрашивается? Для счастья? Ха. Или вот это? Ну, это ж ничего, можно оставить. Это же элементарная пошлость. В горнице, как в магазине. Мой тебе совет.
Выкинь ты все это, пока не поздно. Вы сами, Катька, виноваты во всем. Обвиняете ребят, что они за городскими начинают приударять, а вас, мол, забывают. А нет, чтобы подумать, а почему так? Да потому что городские интереснее вас. С ней же поговорите, то тянет. А возьми нашу деревенскую. Она может в 10 раз красивше ее. А как нарядится в какой-нибудь малахай, черт не черт, и дьявол не такой. Нет, чтобы подтянуть все на себе, да пройтись по улице красиво, пошутить там, поплясать. Куда? Вы будете на лавочке сидеть, семечки проклятые лускать и сплетничать друг про дружку. В ухо эти сплетни. Ты делай вид, что ничего не знаешь. И твое дело, и все. А то ведь пойдешь с какой-нибудь, и вот она начинает тебе про своих же подружек. Ле-ле-ле-ле-ле-ле. Все плохие, одна она хорошая. Бросать эту моду надо. Ты что, с цепи сорвался? Ну, пожалуйста, сразу по лбу, с цепи сорвался. А ты сейчас спросила бы меня с улыбкой. В чем дело, Павлик? Пошел к дьяволу, приперся тут нотации читать. Мне без них тошно. А ты перебори себя. Тебе тошно, ты улыбайся. Вот тогда будешь интересная женщина. Ходи, вроде тебя ни одна собака сроду не кусала. Голову кверху, грудь вперед и улыбайся. Но громко не хохочи, это дурость. А когда ты идешь, все разнесчастные, тебе жалко и все. И никакой охоты нет к тебе подходить. А ты не подходи. Никого я не прошу, чтобы ко мне подходили. Пошли вы все к чертям, кобели проклятые. Ты зачем приперся, думаешь, не знаю? Знаю, а туда же некультурная. Ну так иди к своим культурным. Или не шибко они тебя принимают, культурные-то. Никакого сдвига в человеке. Как была Катя Лизунова, так и осталась. Я ж тебе на полном серьезе. Ничего мне от тебя не надо. А я тебе тоже на полном серьезе. Пошел к черту. Культурный нашелся. Чья бы корова мычала, твоя бы молчала. Культурный, по чужим бабам шастать. Я потому что от тоски. Я идеал не могу нигде найти. Ну вот, когда найдешь, тогда и читай свои нотации. Культурный. Чего с некультурными разговариваешь? Знаешь, как я вас всех называю? Дайте мужа Анне Закео. Мне вас всех жалко, дурочка. Половецкие ханы обратились за помощью к русским князьям. Сегодня перебьют нас, а завтра вас, если не поможете нам. До свидания. А орехов-то привези. Учи, учи. Сказали половецкие послы. Князья решили совместно выступить против отряда Чингисхана. И что там слышно? Война-то будет? Да нет, не будет. Не дадут. Ну, дай бог. Господи, хоть бы не было. В народе не слышно. А то ведь разные явления перед войной-то бывают. Какие явления? Ну, вот-вот перед той-то войной явление было. Какое? Ну, вот едет шофер с гор откуда-то. Ну, подъезжает к одному месту, а место это вот как в долину въезжать, это в долину Слободы. Знаю. Да. Ну, выезжает он из лесочка-то. Глядь, впереди стоит баба, голая, подняла руку. Ну, шофер маленько оробел, останавливается. Подходит эта баба к нему и говорит, вот тебе 20 рублей. По новым деньгам, что ли? Каким по-новому? Дело до войны было. А, да-да. Как раз перед войной. Угу. Вот тебе 20 рублей, говорит, купи мне на платье белой материи. А когда поедешь назад... Спасибо, кума. Я прилягу, а ты рассказывай, ладно? Я люблю всякие сказки. А вот вам все сказки. Это не сказка. Слушай. Ну-ну. Да. Когда поедешь назад, я тебя тут встречу. Только смотри, говорит, купи. Видишь, я голая вся. Ну, шофер что, взял? Говорит, ладно, куплю. Да. И приезжает на свою базу какую-то. На автобазу? Да. Ну, рассказывает этот случай товарищам своим. Те его на смех. Пойдем, говорит, лучше пропьем эти деньги-то. Ну, шофер махнул рукой и пошел и пропил эти деньги-то. А когда назад ехать стал, трусил. Боюсь, говорит, хоть убейте.
заехал опять на свою базу и говорит: поедемте кто-нибудь со мной. Один трушу. Ну-ка, вот это получше. Молодой шофер-то был? Вроде тебе. Один трушу. Ну, двое поехали с ним, чтобы убедиться, есть такая баба или нет. Ну, едут. Не доезжая с версту до того места, эти двое поснули убойным сном. Спят и все тут. Ну, шофер, который материю-то вез, толкал их. Бил даже. Ничего не помогает. Спят и все тут. Ну, делать нечего, надо ехать. Подъезжает к тому месту, баба ждет его. Чего здесь? Тебя жду. А зачем? На вот тебе 20 рублей, купи мне белой материи на платье. А зачем тебе белое? Ты что, замуж? Павел. 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 А, чё? Разденься, лежь как следует. Я что, заснул, что ли? Заснул. Боже мой. Так чем кончилась история-то? А, интересно. Привез мне материю-то? Привез материю. Взяла она. А потом поглядела на шофера-то и спрашивает: ну, зачем же ты мои деньги-то пропил? Так откуда она узнала, что он деньги-то пропил? Так это же, разве это простая баба была? Это же смерть ходила. Саун себе искала. Вот после этого вскоре и война началась. Она, матушка, ходила. Ну, ложись спать. Вам рано завтра вставать. Приедем, посмотрим. Сколько лет ему было? Иванов? Лет 35-38. Хороший парень был. Пойдем помянем. Слышь, Павел, помнишь, ты говорил мне насчет этой... Тетки Анисии? Ну? Надумал? Черт тебя знает. Не знаю.
Колебаюсь. А чего тут колебаться-то? Сейчас заедем к ней, потолкуем. Сколько можно бабалеон-то жить, дядя Кондрат? Да надоело. А мне, думаешь, не надоело? Как только найду идеал, сходу фотографируюсь. А у тетки Анисии и домик хороший, и хозяйство. Я заезжаю к вам буду. В баньку вместе пойдем. Пузырек раздаем после баньки-то. Благодарь. А ты хорошо ее знаешь-то? 2 года к ней заезжаю. А не пошлет она нас? Да она мне все уши прожужжала. Найди, говорит, какого-нибудь старичка одинокого. Пускай, мол, здесь живет. Вдвоем-то легче. Конечно. Она баба умная, хозяйственная. Ты там будешь сыт, пьян и нос в табаке. Ну, я ведь тоже не с голыми руками приду. Ну? Мы же зарабатываем как-никак. А потом у меня на книжке малость имеется, так что... Вы будете как у Христа за пазухой жить. Точно! Черт, я действительно охота вот так приехать, затопить баню, попариться как следует. Шибко надоело по этим квартирам. Что ты? Разбередил мне вчера душу этот кум Язвио. А в деревне-то ведь это хорошо. Встанешь чуть свет, и шо петухи не орали, и идешь на речку. Тихо, спят все. А ты идешь и думаешь, спите, спите, проспите все царство небесное. Красота же вокруг. А над речкой туман поднимается. Я рыбачить ужасно люблю. Купил бы лодку. Можно с мотором? А, можно. Приехал бы я к тебе в гости. Здрасте, дядя Кондрат. Здрасте, тетя Анисия. Заплыли бы мы с тобой на острова, порыбачили бы, постреляли. А вечером разложили бы костерчик, сварили бы уху. Я тоже люблю на островах. Ночь, тихо. А ты лежишь и об чем-нибудь думаешь. Шибко думать люблю. А костер постреливает себе, угольки отскакивает. Я тоже думать люблю. Речка шумит в камушках. Можно и баб с собой взять? Не, баб не надо. Они же воды боятся, визжат. Вообще правильно. Стоит и плачет стара. Ой, Пашка-то и вправду кого-то привез. Ой, господи. Надо же. Пашка, надо. Здорово ночевала тетка Анисия. Здрасте. Здрасте, здрасте. Давно что-то ты, Паш, не заезжал-то? Не случалось все. Угу. Вот познакомься, тетка Анисия. Мой товарищ Кондрат Степанович. Угу. Хорошо. Вот мы и приехали. Доехали, значит, отдохнуть малость. Милости просим, заходите. Садитесь. Садитесь, дядь Кондрат. Проходите, проходите. Может, чайку? Можно, можно. Ну, как живешь, тетка Анисия? Да живем, Паш. Вроде как будто ничего.
Ага. А знаете, небось, тяжело. Вот. Ты говоришь, тяжело одной-то? Знам нелегко. В чем дело, дядя Кондрат? Ну что ж ты так сразу вот наобум лазарь-то начинаешь? Ты давай посидим это. Да чего сидеть-то тут? Фу. Ну кто ж так начинает? Подожди. Падай. Вообще-то она тебе нравится или нет? Ну. Ой, ведра-то какое стоит. Благодать. Ой. Господня. У меня в огороде, ну так все и прет, так и прет. Прет, говоришь? Правда, Паш, прет, ну просто сердце радует. Это хорошо. Ну, у меня на стол-то шибко выставить нечего, ну уж. Да ничего, есть? Ничего. Что мы сюда пировать приехали? Ну, все-таки закусите с дороги. Закусим, закусим. Как здоровье-то, тетка Анисия? Да ничего, Паш, Бог милует. Самое главное. Сфотографируем по стаканчику. По стаканчику это много. А вот рюмашечки есть. Да, рюмашечки. Вот. Так. Берите, пожалуйста, огурчики. Спасибо. Закусывайте. Помидоры, капуста. А ты что стоишь-то, тетка Анисия? Давай, садись. А как же? Садись. Минуточку. Ну? Ой. Ну что, тетя Анися, замуж-то собираешься? Господи, батюшка. Да ты что? Что ты, Паша, откуда ты взял-то? Привет. Ты же мне сама говорил. Ну и балаболка-то, Павел. Я ж лучше. Жильтмены, я вас что-то не понимаю. Мы зачем сюда приехали? Ай. Ой, батюшки, свинья-то у меня в огороде. Господи. Ай, 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 побежал. Все, поехали. Спокойно, дяденька. Спокойно. Не могу больше. Со стыда лопну. Что же ты со мной делаешь-то? Я в этих делах опытный. Поверь ты мне. Если мы разведем тут канитель, то будем 3 дня сидеть и ничего не высидим. Под исходу делать нокаут. Ты понял? Что же ты меня так позоришь-то на старости лет? А мне не 30, чтобы нокауты твои дурацкие делать. Ничего, 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 садись. Сперва будет неловко, потом пройдет. Спокойно, дядька, спокойно. Нам нельзя ждать милости от природы. Ты говоришь позор. Что тут позорного? Что мы воруем, что ли? Да по-другому как-то это делают люди. Прям как со стула падай. Глянется она тебе или нет? Да вроде ничего. Живая бабенка-то. Все, наша будет. Ну ты все-таки полегче. Ну тебе что там? А ты посмеивайся надо мной. Вроде бы я дурачок. А с дурачка взятки гладкие. Ну а как она-то? Как думаешь? Может, возьмет потом да скажет. Вы что, с ума сошли? Ой, мне эти фрейра! Кошмар! Ты же видишь, она с тебя гань глаз не спускает. Ты хахоньки тут не разводи. Тебя же дело спрашивают. А я до сих пор не понимаю, о чем ты меня спрашиваешь? Ну вот мы ей сейчас скажем, что это, ну, мол, согласны. Так. Она возьмет и скажет, вы что, с ума сошли? Я наш тебе сказала, что это, ну, мол, ты что, Павел, когда это я замуж собиралась? Наивняк. Ты же не знаешь женщин. Женщин это сплошной кошмар. Ну-ка, налей там по рюмашечке. Мы сейчас быстро хлопнем. И пока она ловит своих свиней, я прочитаю тебе лекцию про женщин. Не хлопнем. Хватит. Ладно. Я и так прочитаю. Начнем со свиней. Вот она сейчас побежала в огород выгонять своих свиней. Так? Ну? Вопрос.
Каких свиней? Да не выпендривайся ты, Пашка. Нет, нет. Каких свиней? Ну, каких? Обыкновенных, белых. Грязные они еще бывают. Пошел ты к черту, дурака тут ломает. Минуточку, минуточку. Мы подошли к главному. Женщина побежала в огород выгонять своих свиней, а... Что? Что? Женщина побежала в огород выгонять своих свиней, ну... Тьфу ты. Трепач. Пирамидон проклятый. Внимание, внимание, дядя Кондрат, успокойся. Да посиди ты спокойно. Женщина побежала в огород выгонять своих свиней, а никаких свиней нету. Что и требовалось доказать. Она же притворилась, что у нее в огороде свинья. Значит, она притворилась, когда сказала: что ты, Павел, я не собираюсь замуж. Потому что она мне самому говорила: привези мне какого-нибудь пожилого. И когда я, как жильтмен, привожу ей пожилого, она начинает ломаться. Почему? Потому что она женщина. Женщина-то стартер, когда-нибудь да подведет. Ни хрена ты сам не знаешь. Трепишься только. Я? Не знаю? Не знаю. Да уж если хочешь знать, я этот женский вопрос специально изучал. Когда я в армии возил генерала, я спер у него из библиотеки книгу «Мужчина и женщина». И там есть глава «Отношения полов среди отдельных наций». И там сказано, что даже индусы, например... Вся ограда проходилась, но свиньи так и прут, так и прут. Садись, тетя Анися. Ну, просто садись, наказание садись. Господне. Что это вы как? Ели-то мало. Да хватит. Не забудьте. Ну-ка, пойдем, выйдем на пару слов. Господи, Паш, ну какой же ты смешной парень. Я не знаю прям. Пойдем, пойдем. Да ну пойдем, пойдем. Пойдем. В общем так, дядя Кондрат, мы в полном порядке. Первое. Она согласна. Ой, счастливчик. Хороший, говорит мужик, сразу видно. Второе. Я сейчас поеду, а ты останешься. Как останусь? Потолкуете. А как же? В совхозе я скажу, что ты стал на дороге. Подшипники меняешь. К вечеру мыл будет, а вечером ты приедешь. А ты ничего тут это не придумал? Нет. Не трепишься? Нет. Что-то мне страшновато, Павел. Придет, а чего я ей скажу-то? Она сама что-нибудь скажет. Боязно мне, Пашка. Не по себе. В общем, я поехал. Паш, подожди. Посиди немного. Ну так это... Я поехал, да? Выше голову, дядя Кондрат. Так это значит, ты к вечеру только приедешь в совхоз, да? Ладно. Ну, тетя Анисин, до свидания. До свидания, Паш. Ну, ладно тебе. Ой, хороший парень, Паша, веселый. Ой, господи, самовар у меня совсем заглох. Где же у меня спички-то? Господи, да куда же это я их девал-то? На.
Ведра-то какой стоит. Прямо благодать Господня. В огороде так все и прет, так и прет. Да. Погода прямо как на заказ. Водочку-то уважаете, Кондрат Степанович? По праздникам. Ну нет, по праздникам-то ничего. Пейте. Да ничего. Да пейте, пейте. Ничего. Ну давайте. Здравствуйте, товарищи бабочки! Здравствуйте! Не бабочки, а товарищи женщины! Ох, вы мои хорошие! Хорошие, это не твои! Небось, ему Свету косточки перемыли за день-то. Благодать! А ты садись с нами, узнаешь, почем фунт хмелю-то. Как же сядут они тебе? Вот ведь сами собираете его, а потом мужиков ругаете, что они пузырьками балуются. Как же так, бабочки? А вы не балуйтесь. Куда же его одевать-то? Солить, что ли? По правой посоли. Это ж на наши руки в боки ходит. Где директор-то? Вон там, у сушилки. Сколько? 8. Так. А где другой? У него подшипники поплавились. Меняет. Да? А ты шибко встал? Нет, это что? Понимаешь, надо сейчас поехать на нефтебазу и получить горючее. Я свои-то машины все раскидал, но у нас он горючее кончается. Я тебя специально поджидал. Сфотографировано. Что? Будь сделан. Неверов приедет, заберет. А что так, если так? Здравствуйте. Дверь закрывайте, между прочим. Привет Пермидону. Выпиши-ка на рядик, на любовь. Тут что-то не то. Лиля. Да? Как на 13-й базе с фондами? Еще осталось. Гори! Горки горят! Паша, там же один завоз! Ребята, косить надо! Эх ты! Ой, господи! Куда же вы? Куда же вы? Брезент давайте! Давайте брезент! Ты же это седай, дурак! Какой там брезент? Эх ты, боже ты мой! Эх, сейчас рванет. Рванет, так ничего не останется. Эх, черт, добра-то сколько пропадает. Как загорелось-то? А хрен ее знает. Пожалуйста, возьми. Эй, парень, ты чего это? Это брось. Пока не дорвалось тебя, дура! Перелом бедренной кости? Да. А 100 суток не хочешь? Смесь, быстрые все какие. Ну, привет тебе от наших ребят. Да, из газеты приходили. Спрашивали про тебя, мы и знать не знаем, кто ты такой. Сказали, что придут сюда. Это ничего, я им тут речь скажу. Ну ладно, выздоравливай. Я бы посидел еще, но на собрание тороплюсь. Тоже речь надо говорить. И не унывай. Ладно. До свидания. Счастливо. Привет. Ты что, герой, что ли? А вы разве ничего не слышали? Чего слышали? Должны же были по радио передавать. Да у нас наушники не работают, а что? Меня же на Луну запускали. Че? Ты говори громче. Не могу. Государственная тайна. Нет, серьезно? Ой. Врешь ведь. Не веришь, не верь. Ну какой мне смысл врать-то?
Ребят, подвезите меня, а? Ну и как там? Ну, долетел до половины. Ребят, ну подвезите, а, что давай. Вам жалко, что... Ну-ну. Ну, долетел до половины. И горючего не хватило. Ёлки-палки. Да. Я прыгнул и вот ногу сломал. И точно приземлился. Хе, вот загнулся, а брать умеешь, ну? Трепло. Я думал, правда. Как же ты на парашюте прыгал, когда там воздуха нет? То есть, как нет? А где он там? Затяжным. Свистун, затяжным. Коль, сбаться, а? Орать больше не будешь? Не буду. Эх, ты цыганочку. Давай. Вот вам. Полюбуйтесь. Не больница, а дом народного творчества. Прошу. А ну по местам все живо. Ну, как ты, Хун? Да. А, все ворчишь? Вот ваш герой. Прошу любить. Спасибо. Пожалуйста. Это к тебе, Павлик. Здравствуйте. Здравствуйте. Лежите, лежите, что вы? Я вот здесь присяду немного. Можно? Боже мой. Я из молодежной газеты. Хочу поговорить с вами. Это можно? Как вы себя чувствуете? Железно. Для начала такие формальные вопросы. Откуда родом? Сколько лет? Где учились? Значит так. А потом я речь скажу, ладно? Речь? Угу, небольшую. Хорошо. Я потом запишу. В другой раз. Значит так, родом я из Суртайки, 40 километров отсюда, по реке. Сейчас перебрался в райцентр. Лесная 27, общежитие 12-го автохозяйства. Меня там все знают. Как только с мостика сойдете, так, справа будет гараж, а с левой руки наше общежитие. Когда придете и спросите, где тут живет Пашка Перемидон? Это меня так зовут наши лоботрясы. Не обращайте внимания. Семейное положение, холост. Где вы учились? Видите ли, в чем дело? Я вам могу сказать следующее. А вы сами откуда? Я из Ленинграда. А что? Да выпейте вы воды. Так о чем мы с вами говорили? Я спросила, где вы учились. Я волнуюсь. Мне трудно говорить. Вот уж никогда бы не подумал. Неужели вести горящую машину легче? Видите ли. В общем-то, в чем дело? Только это не надо писать. Я что, на самом деле подвиг совершил? Понимаете, я боюсь его напишите, а мне потом стыдно будет перед людьми. Скажут, ой, герой пошел. Народ-то знаете какой. Или ничего, можно? Ничего, это можно. Хорошо. Вы замужем? Нет. А вам это зачем? Можно я вам в письменной форме все опишу? А вы завтра придете, так? Я вам отдам. Я не могу, когда рядом икают. Что, я виноват, что ли? Понимаете, я должна сдать этот материал сегодня. Я завтра уезжаю. Просто не знаю, как нам быть. А вы коротко расскажите. Значит, вы из Суртайки, так? Так. Вы, пожалуйста, не обижайтесь на меня. Я ведь тоже на работе. Я понимаю, понимаю. Так где вы учились-то? В школе. Где, в Суртайке же? Ага, в Суртайке же. Ты что, фонарел, что ли, костыль? Николай! Ну что там такое? Что за шум? Что вас заставило броситься к горящей машине? Дурость. Конечно, я же мог подорваться. Я приду завтра. Завтра приемный день? Приемный, приемный. У нас в среду и пятницу прием. Принести чего-нибудь? Ничего не надо. Меня профсоюз будет кормить. Здесь всего хватает. Температуру мерил? Нормальный, нормальный. Мы еще не кончили с вами. Простите. Извините, пожалуйста. Пошевели стопой. Больно? Нет. Здесь? Ой, ой, ой. Не притворяйся, не притворяйся. Лиляйся. Лиляйся. Садись, садись. Лиляйся. А что она сердце? Да ну ее. Павел, ну мы должны все-таки написать.
Почему вы побежали к этой машине? А я не знаю, честное слово. А ты сама напиши чего-нибудь, а? Что-нибудь такое? Ты же умеешь. Ну, очевидно, вы подумали, что если бочки взорвутся, то пожар прикинется дальше, на цистерны, да? Точно. А ты же сказала, что уезжаешь завтра. Как же ты придешь? Я сделаю, сделаю. Да-да. Милая девушка, а сколько вы обещали здесь пробыть? Все-все, доктор. Сейчас ухожу. И последний вопрос. Ну-ну. Колокольников Павел? Егорыч, приди, а. Приду. До свидания. Поправляйтесь. До свидания. До свидания, товарищ, поправляйтесь. Спасибо, доктор. Пожалуйста, пожалуйста. Ну, как дела, герой? Лучше всех. Да? А ну-ка, покажи мне свою ногу. Не жмет? Нет, нет. Нет. А тут? Не тянет? Хорошо. Доктор. Да? Пусть она приходит завтра, а? Кто? Корреспондентка? Ага. Ну что ж, пускай приходит. А что, влюбился, что ли? Не я, доктор, она в меня. Ну что ж, раз такое дело, пускай приходит. А я вижу, ты веселый парень, а. Что ты? Ну ладно, ладно, пускай. Ну, спи больше, больше спи. Доктор, что? Снимите ему одну. Хорошо, доктор. Ну и кончайте, кончайте. А ты чё? Думаешь, она придет, что ли? Ха! Знаю я этих корреспондентов. Я вот в прошлом годе в страду сжал много. Да ко мне тоже корреспондента подослали. Я ему 3 часа про свою жизнь рассказывал, так он мне даже 0,5 литра не поставил. Я, говорит, не пьющий, то, сё, вилять начал. А. Зима. Да. Хоть бы до праздника выпустили. Куда не поеду, куда не пойду. Паш, соври чего-нибудь, а? Паш уже 7-й сон видит. Шебутной парень. В армии с такими хорошо. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте, товарищ генерал. Почему я не слышу аплодисментов? Не нужно, я стерильный. Что болит? Сердце. Желудочек? Сердце. Считается, что генералы не бум-бум в медицине. Сердце тоже имеет несколько желудочков, но маленьких. Что? Сердце. Давно? 17 лет. Ничего, ничего. Тоже сердце? Сердце. Кинь кошмар. Какой-то девки, ой, грустно. А что такое у вас там-то, господи? У ней сердечко заболит. И у тебя сердце. А что ж, я хуже других, что ли? Ой, смешной ты, Паш. Напялит человек мундир. Так и начинает корчить из себя. Выписать ей перимедону. Ой-ой-ой. 500 грамм. Трибуну. Тоже сердце. Графин, я вам сейчас скажу небольшую речь. Где графин? Есть, товарищ генерал. Ну что, докатились? Допрыгались? Доскакались? Че? Ты че? Вот, да, я. Это он во сне. Он жеребец.
Здесь же больница все же. Так на чем я остановился? Вы им сказали, что они доскакались. Допрыгались. Докатились. Куда доскакались? Работнички. Только форсить умеете! Вот паразит, а? Что он ржет-то всю ночь? Выздоравливает он. Можно же потихоньку выздоравливать. Может, разбудить его? А? Сказать, что у него дом сгорел. Ему тогда не до смеха будет. Не надо, пусть смеется. А вы чего не спите? Да так, не хочется. Вот вы принадлежите к интеллигенции, так? Ну, допустим. Книжек, наверное, много прочитали. Скажите, есть на свете счастливые люди? Есть. Нет, чтобы совсем счастливые. Есть. А я что-то не встречал. У каждого что-нибудь да не так. По-моему, нет таких. Вот хочешь, я тебе прочитаю? Что, письмо? Нет. Сочинение одного молодого человека. Ну-ка, ну-ка. Как я провел воскресенье? С утра мы пошли с пацанами в лес сорок сорить. Все были почти из нашего 4-го Б. Ну, назарили яичек, испекли и съели. В лесу было хорошо. Потом Колька да Кучаев рассказывал, как они волка с отцом видели. Мы маленько струсили. Потом мы хохотали, как Серега Зиновьев петухом пел. Потом мы пошли домой, и мне мама маленько всыпала, чтобы я не шлялся по лесам и не рвал последние штаны. Потом мы ели. Бабка мне сказала, хорошо было в лесу? Я сказал, хорошо. Ну и все. Больше я не знаю чего. А для чего это вы? Это писал счастливый человек. Так какое же тут счастье-то? Самое обыкновенное. Человек каждый день открывает для себя мир. Умеет смеяться, плакать и прощать умеет. И делает это от души. Это счастье. Так он же маленький еще. Найдется кто-нибудь и большого его научит таким же быть. Каким? Добрым. Честным, простым. И тот будет счастливый, который научит. Счастливых много. Ты вот тоже счастливый, только учиться тебе надо. Хороший ты парень. Врешь ловко, а знаешь мало. Когда же мне учиться-то? Я же работаю. Вот поэтому и надо учиться. А вы учитель, да? Да вроде это. Учитель. Значит, вы счастливый, да? Если вы учите. Наверное. Зови-ка сестру. Что, плохо? Да нет, просто устал. Лилия Александровна. Ну вот теперь и снем. Павел, иди ко мне. Куда ж ты идешь, Павел? Я здесь. Здравствуй. Здравствуй. Как живешь? Ничего. Идеал-то не нашел?
Да нет. Помнишь сказку? Бабушка тебе рассказывала. Про голую бабу, что ли? Ну? Помню. Так вот ты не верь. Это не смерть была. Это любовь по земле ходит. Как это? Не понимаю. Любовь ходит по земле. А чего она ходит-то? Чтобы люди знали ее, чтобы не забывали. Она что, тоже голая, да? Она красивая-красивая. Хоть бы разочек увидеть ее. Увидишь. Она придет к тебе. А если не придет? Ведь нельзя же сидеть и ждать, что придет кто-нибудь и научит, как добиться счастья. Ведь нельзя? Нельзя. А говорили, что можно. Упрощали, значит? Прощал немножко. А зачем же? Будешь ждать, что найдется кто-нибудь, научит. А он возьмет и не найдется. Так и проживешь дураком. Правильно я рассуждаю? Правильно. А учиться можно не только в школе. Жизнь, это, брат, тоже школа. Только лучше. И опять же, если я буду сидеть и ждать, то... Зачем же ждать? Надо искать. Надо все время искать, Павел. Вот я и ищу. Но я же хочу идеал. Братцы! А? Ты еще, па? Няня! Что такое? А? В чем дело? Что с вами такое? А мне показалось, ты помер. Господи. Первая ночь спокойно уснул. Надо же. Эх, одинек сегодня в порядке. Значит,